Вы вернулись к обязанностям главного тренера, но в этом сезоне вы в основном... Да, исполняющего обязанности главного тренера, но в этом сезоне вы в основном менеджер команды. Да. Что труднее, быть менеджером или быть главным тренером? Да, быть менеджером, наверное. Быть менеджером, потому что много рутинной работы, организации вокруг футбольной. Проще провести там, я не знаю, там, суперсложный матч или там какой-то цикл с командой, нежели там один день в руководстве клуба. Очень тяжело, на самом деле, тяжело.